Самаре на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт улицы Георгия Димитрова на участке между улицами Солнечная и Старая Загора. На автодороге будет уложен высокопрочный асфальтобетон. Верхний слой покрытия из асфальтобетона толщиной 5 см от борта до борта. Также меняет бортовой камень. Отфрезеровали покрытие существующее. Сейчас установят бордюры. После этого установят смотровые люки и решетки дождеприемных колодцев. И где-то недели, наверное, через две начнем укладывать верхний слой покрытия от улицы Старая Загора. Дневные смены уже приводят в порядок тротуары. Эти работы выполняют на тех участках, где до ремонта наблюдались значительные дефекты. Работы ведутся от Московского шоссе до улицы Молодежной и от улицы Старая Загора до Московского шоссе вдоль торгового центра. В некоторых местах мы сантиметров на 10 завысим тротуар для того, чтобы обеспечить отвод воды с тротуара в газон и не допустить в дальнейшем при упадении осадков и при таянии снега застой воды на тротуар, чтобы пешеходы могли спокойно пройти. По данному тротуару у жителей возникает вот вопрос, как будут делаться существующие примыкания с внутриквартальных тротуаров. Мы это все обеспечим, все заделаем, поэтому волноваться за это не стоит. Специальное поднятие тротуаров будет выполнено только на некоторых локациях. Специалисты также поясняют, там, где застоя дождевой и талой воды нет, в своей части отработали геодезисты, и высотные отметки не изменятся. Существующее основание мы доуплотняем, досыпаем до отметки щебенку, уплотняем и укладываем асфальтобетон. В настоящее время дорожные рабочие занимаются также бордюрами вдоль тротуаров. Обновляют и подходы к остановке общественного транспорта за перекрестком улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе. Также дошли уже до рынка. Сегодня они убирают там все свои киоски с тротуаров. Мы туда заходим, ремонтируем, чтобы в дальнейшем тротуар уже был в нормативном состоянии. А участки пешеходных зон с хорошим состоянием покрытия на улице Георгия Димитрова не трогают. Жители района с нетерпением ждут окончания ремонта. В дорогах всегда нуждаемся. И в этот раз нуждались. То, что делают, хорошо. Желательно только, чтобы побыстрее все это делали. Согласно муниципальному контракту, завершить работы необходимо до конца августа. Сейчас общая готовность дорожного объекта составляет около 40%. Августина Охременко, Николай Сидоров, «События».